Некто Николай Кафырин написал такую статью, которая называется «Музы, ангелы и шлюхи». Ну вот небольшой отрывок из его публикации. «Я лично против полового диморфизма, то есть разделения людей по половой принадлежности. Как среди мужчин встречаются ангелы, так и среди женщин шлюхи. Каждая женщина – Мадонна и шлюха, причем одновременно. Как-то одной особе я подарил крылья ангела, так она их забросила на шкаф. Зачем они ей, рожденные ползать, летать не может? Ангельской невинности дьявольская порочность, продажная и возвышенная, святая и проститутка, например, муза Маяковского Лили Брик, или муза Максима Горького Светлана Бломберг, Мура Закревская Бекендорф, или муза Юрия Олеши, младшая из трех сестер Сима Суок, дружочек, Тасс из рода Дебервилей, сущий ангел в душе, а в жизни жена Пушкина, чистейшей прелести, чистейший образец, изменяла мужа с Дантесом. А сам Пушкин, всем известен его донжанский список, чтобы ангелы не превращались в шлюх, и чтобы шлюхи превращались в ангелов, нужно любить. Любить, несмотря ни на что, любовь творить необходимость. Николай Кафырин, «Новая русская литература». Вот мне хотелось рассмотреть, как уживается чистая и животная любовь. Ну, ответ, конечно, ясен. Будьте как дети, Христос. Вспоминается, было так у Джава. Просто мы на крыльях носим то, что носит на руках. Особенность любви, как и творчество, импровизация. Продумать, подстелить соломки не очень-то получается. В том-то и дело, в том-то и тема, что нужно и то, и другое. И носить на крыльях, и носить на руках, как говорит Акуджава, или любить как ангел, и любить как шлюха, и любить ангела, и любить шлюху, и все одновременно, как говорит Кафырин. Любовь ангела, конечно, нужна, она чиста, и поэтому я имени ее не знаю и не хочу узнать. Земным названием не желаю ее назвать, Пушкин. А далее надо быть детьми, то есть животным, если будет такой порыв в вашей импровизации. А вот почему нас притягивают шлюхи? Я думаю, это инстинкт самопожертвования, инстинкт спасения. Это то, что случилось с Альфредом в Травиате. Он влюбился, чтобы спасти. Состояние шлюхи – это состояние подбора своей пары. Ну и каждый как бы откладывает все свои дела и идет спасать, становясь с этим существом парой, его второй половинкой. Это обостренная ситуация, полное переживание, опасности остаться одному и погибнуть. И если мне отец советовал, когда не сладкий арбуз, съесть кусочек черного хлеба для контраста ощущений, то на таком горьком фоне любовь сладка, как никогда. Почему нас притягивают чистые ангелы? Потому что шлюха, и мужчина, и женщина может сломаться от бесконечного подбора и лишиться возможности полюбить. То есть ограничено природой количество опытов
при подборе. Не это ли случилось с Пушкиным? Я пережил свои желания, я разлюбил свои мечты. Остались мне одни страдания, плоды сердечной пустоты. Но если ты не способен полюбить, ты не способен удовлетворить сердце второй половинки. Поэтому предпочитаю то, что не сломлено, а что чисто и здорово, что способно и любить, и быть любимым. Нужно ли перебеситься? Это состояние подбора себе пары, вероятно, нужно пережить в какой-то мере каждому человеку, и мужчине, и женщине, хотя, может быть, и не обязательно. Ньютон вообще не знал ни одной женщины и провел достойную жизнь. Да что долго рассуждать, слова Христа подходят, как всегда, глубоко и верно. И к любви, и к творчеству, и к жизни. Не обратитесь, и не будете, как дети, не войдете в Царствие Небесное.